Можно расслабиться. Ваш день позади, впереди целый час программы «Юмор на заказ», где вы можете передавать приветы, можете признаваться в любви, можете слушать любимый юмор, да и вообще всячески, всячески отдыхать душой и телом. Лес, река, горная местность. Блин, сейчас! Пидорас, я купил. И поехали, глянь. Ты видел? Нет? Направо. Или может прям вон? Не, может направо. Нам же зеленый, куда же он ехал? Ёб твою. Здесь стирать-то полно. Ой! Сволочь, а! Совсем, что ли, уже? Ну, ты спокойно. Допустим, люблю совсем не то, что они пропагандируют. То есть, мне кажется, все-таки это люди не до юности уже. Они же не до юности, да. Пролис, вот ты чё. Попала. Тормози, давай пойдем. Хрень, ты людям ненормально звонил. Офигеть! Ой, 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 ой.
Блин, придурок, козёл, а? Козёл, девушка.